Друзья, победителем предыдущего розыгрыша в комментариях стал вот этот человек. Точнее, он написал комментарий с аккаунта своей дочки. И мы уже отправили ему 5000 рублей. Это его выигрыш. 453 автомобиля грузились в тот день на судно, которое называется «Птолемей». Человек остановил видео частями, посчитал, потом увидел, что я еще снизу снимал парковку, досчитал еще ряд автомобилей и оказался абсолютно прав. Именно столько автомобилей грузилось на этот рейс. И представляете, это всего лишь один причал одного большого порта. Понимаете, сколько автомобилей сейчас отправляется из Японии в Россию. Ну а сейчас приятного всем просмотра. Друзья, всем привет! Я надеюсь, вы уже заценили первый выпуск с Toyota Voxy новым. Мы продолжаем похождение с моей подругой Японочкой, которая контролирует меня, пока я снимаю новинки японского автопрома. И следующий на очереди – это Toyota Prius. Этот Prius уже 5-го поколения. И в данном поколении, я вас немного сейчас шокирую, есть не только двигатель бензиновый 1,8 литра плюс гибридная установка 70 кВт с расходом топлива от 2 литров на 100 километров. Но теперь есть еще и 2-литровая бензиновая версия, но тоже с гибридной установкой на 83 киловатта. И мощность двигателя 153 лошадиные силы. Расход топлива уже в 2-литровой версии будет от 4 литров на 100 километров. Также что у двигателя 1,8 литра, что у 2-литровой версии, есть две модификации. Это переднеприводная модификация и полноприводная модификация. Prius немыслимо расширяет свои границы. Это сразу видно по внешнему облику данного поколения. Оно полностью преобразилось. Но я вам так скажу, по сравнению с 4-м поколением, я бы сказал, даже может быть есть какие-то схожести. В том плане, что они не стали больше экспериментировать с оптикой, которая вот уходит вниз, как в дорестайлинге 4-го поколения. Они сохранили вот эту зауженную оптику, что на морде автомобиля, что и на задней части автомобиля. То есть это современный вид оптики, используется во многих автомобилях и у японцев, и у корейцев. Это продольная оптика через весь кузов. То есть через крышку багажника, не уходящая там в бампера, как было в дорестайлинге 4-го поколения. Здесь сразу Prius ну просто поражает своим внешним видом. Согласитесь? Вот сегодня перед вами 2-литровая модификация. И клиренс у этой модификации 150 мм. Если берем с двигателем 1.8, то клиренс там 145 мм. В данной комплектации есть парктроники. Это из внешних каких-то плюшек. Посмотрите, выглядит, блин, Lamborghini. Просто Lamborghini гибридный из Японии. Мне кажется, сделали аэродинамику, упор, точнее, на аэродинамику вообще максимальную. То есть обтекаемость этого кузова, она просто будет бешеная. Я думаю, до сотни он будет разгоняться секунд за 6-7. Особенно в 2-литровой модификации. Давайте начнем с багажника данного автомобиля. Я еле нашел ручку, где открывается данный багажник. И обратите сразу внимание, что есть теперь электропривод багажника, и открывается он с кнопки, чего я не помню ни у 4-го, ни у 3-го поколения. И багажник, ну, сам по себе, наверное, стал меньше все-таки, да, по сравнению с 30-м кузовом, либо по сравнению с полтинником. Он вроде как стал глубже, но задний ряд сидений как будто ближе сюда. Но в целом он не маленький, то есть он довольно просторный. И сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь есть ремкомплект, ухо, компрессор, гель. И вот это все дело, оно пристегнуто. Поэтому я не думаю, что под этой штукой есть запаска. Есть беспроблемный доступ к аккумулятору. Его снова расположили в багажнике. Обратите внимание, что у 4-го поколения он был размещен под капотом. Здесь же его вернули опять в багажник. Ну и, собственно, с кнопочки закрываем багажник. И Prius у нас просто переходит в какой-то бизнес-класс потихоньку. Что по внешнему оснащению, что по своим опциям. Огромные, кстати, литые диски. Радиус у нас 19-й штатные литые диски на 19. Это либо спорткар должен быть какой-то, чтобы на него нацепили такие диски. Но, кстати, я думаю, в модификации 1,8 литра размер дисков будет, размер колес будет поменьше. Но все-таки вот на 2-литровой версии как вам такие диски? Также обратите внимание на переднюю оптику, LED-полоски. Есть линза в фаре, тут же располагается поворотник.
Ну и здесь мы видим камеры кругового обзора, ну и парктроники в переднем бампере. Также мне нравится, они это внедрили еще в полтиннике, то есть в четвертом поколении, что парктроники находятся не только здесь, но и здесь сбоку, что увеличивает пространство, ну, увеличивает безопасность того, что вы не повредите автомобиль. Также есть повторители в ушах, ну и сами двери, они как будто стали уже. Форма порогов тоже, обратите внимание, как сильно изменилась. Это не прямые пороги, все сделано для хорошей аэродинамики. А вы не забывайте, что аэродинамика влияет не только на скорость, но и на экономию топлива. Бесключевой доступ у нас здесь также есть. Здесь кожная обивка салона, смотрите, да здесь у нас вообще крутая комплектация. Вставки какие-то красные идут, полуспортивные ковши. Вообще, на самом деле, на Приуса даже сильно не похоже. Электропривод водительского сидения, также память положения двух сидений, все стеклоподъемники автоматические. Переходим за руль. Слушайте, я недавно сидел в Субарике, электрокаре новом. Также у Тойоты есть такой электрокар, новый кроссовер. И вот здесь, ну, все вот оснащение, то есть визуал салона, они очень похожи. И все это дело напоминает какой-то космолет. Смотрите, как туда вытянулась приборная панель, вот эта LED-дисплеем, как в самолете. Ну, согласитесь, просто сел за самолет. Здесь у нас обновленный мультируль, кнопочки все вот эти. Я почему еще обратил внимание, что какой-то Lamborghini либо Ferrari, то что, ну, руль даже очень похож. Здесь у нас адаптивный круиз-контроль в данной комплектации, подогрев руля, автосвет. И смотрите, здесь подсветочки идут красные. Вообще, салон просто сочетается в себе торпедой, вставками на сиденьях. Очень круто смотрится. Кнопка старт-стоп, конечно же, подогревы, продувы, три режима на каждое сиденье, на водительское и на пассажирское. Кстати, смотрю, что не внедрили сюда двухзонный климат-контроль, сохранился только однозонный климат-контроль, но сейчас сюда добавили также два входа Type-C, чтобы подзарядить аккумулятор вашего телефона, либо подсоединиться к головному устройству аудиосистемы. Головное устройство аудиосистемы выглядит так же замечательно, как и у Toyota Vox мы смотрели, и реакция на нажатие, в принципе, она очень хорошая, но, опять же, повторюсь, качество, самое главное качество этого дисплея, оно прям на уровне. Также у нас остался возвратный селектор переключения передач, тоже изменил немного свой вид, осталась кнопка паркинга, посмотрим у нас камеры кругового обзора. Ну и вот, как мы смотрели в Воксике, тоже вообще крутое качество, то есть ножки нашей красивой японочки. Здесь у нас слепые зоны, но проекция рисуется довольно качественная. Также качественная картинка и задние камеры. Ставим у нас паркинг. Есть система hold, то есть тормоз удерживается до того момента, пока вы не нажмете на газ. Также здесь стоит электронный стояночный тормоз. Система антиюза также осталась, EV мод. И здесь, обратите внимание, у нас есть беспроводная зарядка. То есть я туда кладу свой телефон. Единственное, что мне нужно, снять чехол. Опа, ну-ка, попробуем. Нет, ваш телефон. А, нет, подожди. А, вот он. Там просто держалки стоят. Ну, посмотрим, начнет заряжаться. Все, друзья, зарядка пошла. Нужно было нажать вот здесь кнопочку просто. Положил свой телефон. Обратите внимание, что он от легкого как бы прикосновения не дергается сильно. Все за счет вот здесь специальной держалки есть. То есть не просто положил телефон, и он там у тебя ерзает, если резко поворачиваешься. А здесь есть фиксаторы специальные для телефона также. Современный мир заставляет пихать зарядки для телефона просто по несколько штук. Здесь вот опять же два входа Type-C, чтобы можно было подзарядить свой телефон. Ну и центральный вот этот бардачок между сиденьями, он достаточно вместительный, мне кажется. Подлокотник, он не кажется таким громоздким. Возможно, он раньше был побольше. И здесь бардачок, такое ощущение, как будто поменьше стал. Но, как обычно, литература какая-то останется, которая, если вы купите этот автомобиль. Здесь у нас есть дополнительный карман такой. Можно что-нибудь спрятать и закрыть вот так вот. То есть, если вам нужно положить туда какие-то документы, можно там оставить, забыть и все. Смотрите, как работает информация на приборной панели. Здесь можно переключать ее, но ничего не работает. Нужно нажать назад.
Вот, смотрите, у нас отодвигается спидометр. На спидометре также есть у нас режим поездки, то есть чардж, зарядка батареи, эко-режим ПВР. Это значит, вы идете прям топите полным ходом. Также располагается здесь уровень топлива в баке. Ну и подключаемые системы, адаптивный круиз, контроль выезда с полосы, контроль до впереди идущего автомобиля. Ну и когда нажимаете назад, можно полистать информацию, то есть включить там контроль слепой зоны, кстати, есть в данном автомобиле. Все отключаемые парктроники тут также присутствуют. Можно еще полистать, посмотреть, допустим, расход топлива. Сейчас найдем экозон. Здесь вот информация. Пока не вижу 76 заряда батареи. Вот сейчас 76 заряда батареи показывает. 13,2 километра на литре. То есть показатель у нас еще даже не к 5 литрам идет. Но машины стоят, они никуда не ездят. Я думаю, что нужно заправить полный бак и поездить. И вот здесь двухлитровая модификация у нас. Я думаю, ну 5 литров-то он точно будет кушать. Но в целом показатель очень хороший. Но при такой форме кузова должна быть хорошая аэродинамика. И потребление топлива должно за счет этого также снижаться. Но и как бы мощность гибридной установки 83 киловатта также даст знать вам, во-первых, к мощности, к динамике автомобиля, но и также уменьшит расход топлива. Здесь просто, ну, нафаршированный, он уже не выглядит как Prius. Мне кажется, он уже подошел к классу прям, ну, очень близко к классу Крауна. Но, кстати, при всех опциях, при всей мощности вот этого руля, а он действительно мощный, массивные все кнопочки, они все не выглядят как-то дешево. Даже вот селектор переключения передач, он вообще не выглядит как-то дешево. Но вот это вот, пластиковое. Я думаю, надо было обшить ее чем-нибудь. Просто здесь есть, конечно же, подсветочка, это очень хорошо. Здесь мы видим логотип Priority, это тоже хорошо. Но он пластиковый, и мне это не очень нравится. И считаю, что здесь не хватает темной крыши. Но хотя я не инженер Toyota, и хотя при чем здесь инженеры? Мне кажется, дизайнеры где-то схалтурили. Если вернуться к форме кузова, обратите внимание, что ручку задней двери сделали скрытую, и она не тянется. Здесь у нас электропривод стоит, открывание двери, она просто нажимается, как крышка багажника, и машина открывается. То есть, если батарея села, аккумулятор сел, заднюю дверь вы вряд ли с внешней стороны откроете. Ну, перехожу назад. Это важный аспект. При такой форме кузова я был готов к тому, что на заднем ряду места станет меньше. Я, конечно, очень комфортно сидел на переднем ряду, но вот сел за собой на задний ряд, и, ну, вообще некомфортно. Я не могу поставить прямо свои ноги, и вряд ли сюда сядет третий человек. Хотя заявлено здесь 5 мест. И обратите внимание, что они просто забыли про задних пассажиров. Во мне 1,90 м, и я просто не могу выпрямиться. Вот я уперся в крышу, и мне вообще некомфортно. То есть, а то, что до впереди стоящего водительского кресла очень мало места, я даже развалиться толком не могу. То есть здесь я упираюсь в дверь. В общем, если на переднем ряду стало мега комфортно, то есть как водителю, так и пассажиру, визуал вообще шикарнейший, на задний ряд просто наплевали. Я здесь, вот знаете, есть автомобиль CRZ-ка, там на заднем ряду, ну, ты не сядешь вообще. Но вот здесь стало очень некомфортно сидеть. Ну а что из преимуществ? Подстаканники есть, также есть какая-то розетка, то есть под японскую вилку, и все. Не, ну вот смотри, вот здесь прям, если я сейчас шиковал просто на переднем ряду и кайфовал от того, какой же крутой новый Prius, я сел на задний ряд и понял, что все. Не дай бог вообще Prius придет к тому, что его сделают купе. Ну, вот просто все к этому идет. Места здесь на заднем ряду, ну, очень прям мало. Очень. Если бы не был скошен как-то потолок сильно, то еще было бы простительно. Но здесь все факторы. То есть я не могу развалиться, я не могу вытянуться, я ничего не могу на этом ряду. Мне будет комфортно, только, наверное, если я вот так вот сяду. Да, и не более. Но, к сожалению, минусы тоже есть, не только же говорить о плюсах. Плюсов здесь уйма, то есть формы кузова, оптика, колеса здоровые, 2 литра, 153 лошадиных силы, 83 киловатта мощность гибридной установки, от 4 литров расход топлива, просто мощнейший какой-то космический визуал рабочего, так сказать, места, руль, приборная панель, управление климатом, ручка селектора, шикарно. Но
Это же гражданская, по факту, машина была, по крайней мере, была. Где, ну, семья, не семья. То есть сюда даже в кресло маленького ребенка не посадишь особо. Потому что у меня есть ребенок, которому вот здесь за водителем было бы максимально некомфортно сидеть. Либо мне пришлось бы ужиматься просто на водительском сидении, чтобы моему ребенку сзади было комфортно. Вот, кстати, про какой электрокар я говорил. Это Toyota BZ4X. Полностью электрический автомобиль с запасом хода 400 километров на полном заряде. И про что я говорил, что очень похоже с Приусом. Ну, обратите внимание, то есть приборная панель как расположена, также руль, мультируль очень похож. Отличается только центральная панель, здесь электропереключение передач, ну и в целом дисплей аудиосистемы примерно похож. Ну а здесь, конечно же, в данном автомобиле уже намного больше места, но и он только в Японии стоит 4 300 000 рублей. Друзья, кстати, для тех, кто не знал, как раньше выглядел Prius, вы, возможно, только наткнулись на него вот в этом видео. Смотрите, я зашел к ним вовнутрь здесь. Во-первых, это маленькая моделька Prius, шикарная, да? Не продаются. Возможно, даются в подарок с приобретением автомобиля, но просто так не продаются. Но есть книжечка, вот история Prius Story, история Prius. Здесь вот, пожалуйста, сразу 95-й год, первое поколение, вот так выглядело. Далее пошел такой либо рестайлинг, либо следующее поколение, уже точно не помню. Дальше мы получили 20-й Prius, это вот он стал уже очень популярен в России. Далее пошла 30-ка, завоевала все сердца всех, кого возможно. Далее пошел полтинник, и этот кузов особо, ну, по сравнению с 30-кой, не так пользовался спросом. Ну и следующее поколение — это новый Prius, который сегодня мы с вами рассматриваем. Вот такая вещь получилось. Но, слушайте, я прям как в воду глядел. Вот эта вставочка появится, наверное, после моих снов. Снов. Пожалуйста, смотрите, это практически купе. Здесь скрытые ручки, и это практически выглядит как купе. Это концепт, видимо, следующего Приуса. Что-то типа рестайлинга, либо какой-то спорткар Prius. Но посмотрите, как он выглядит. Это, блин, Lamborghini какой-то. Ну, Prius уже не тот, конечно. Вот сегодня, который мы с вами смотрим, он еще смотрится очень приемлемо. Вот он. Друзья, это был шикарный Toyota Prius 5-го поколения. Еще раз повторюсь, что формы кузова, оптика мне очень понравились. Мне понравилось исполнение салона, но мне не понравилось место в салоне. То есть это же касается не только задних пассажиров. В целом место в салоне его просто стало меньше. Места в багажнике его тоже стало меньше. Здесь настроились на аэродинамику, на экономию топлива, мощность увеличили, добавили более мощные модификации, но пожертвовав местом. Мне кажется, это не та машина, в которой нужно было так делать, потому что Toyota Prius — это семейный по факту автомобиль. И я раньше говорил, что если ты покупаешь Prius, то все, ты познал дзен, грубо говоря. Ты, ну, пришел к тому, что тебе не нужны крутые тачки, не знаю, тебе не нужна, там, не знаю, какой-то Майбах, либо что-то еще. Ты просто накатался, ты наелся этих машин, берешь себе Prius, потому что он экономичный, он практичный, он достаточно высокий клиренс, там, 145-150 миллиметров. И ты ездишь и на природу, и по городу, ты возишь свою, там, небольшую какую-то семью, ты размещаешь вещи свои, там, в багажнике. Сейчас возможностей таких этот Prius дает меньше, стал более молодежным, мне кажется, и просто упускает свою семейную аудиторию. Ну а напишите обязательно в комментариях, как вам новый Prius и будет ли он популярен у нас в России. Бюджет, друзья, появится на вашем экране. Я сейчас узнаю цену на этот автомобиль, посчитаю его с растаможкой в РФ, и вот здесь, прям вот под моей бородой, где-нибудь появится цена на этот автомобиль. А у меня на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Если хотите приобрести себе любой автомобиль из Японии, все контакты наших сотрудников в описании. Также адреса наших филиалов в городе Владивосток и в городе Москва находятся в описании. Приходите, посещайте наш офис, вам посчитают интересующий вас автомобиль. А с вами был Константин, компания Priority Auto. Матане! Компания Priority Auto – надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля, покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto – ваш надежный поставщик.